Добрый день, дорогие друзья! С вами Андрей Лясников. Я нахожусь в Объединенных Арабских Эмиратах, Эмират Шарджа. В сегодняшнем моем видео я хочу кратко рассказать о вот этом вот чуде, которое действительно это чудо, которое произошло здесь, в Арабских Эмиратах, именно в Шардже, потому что Шардж является самым таким строгим мусульманским эмиратом, и в то же время в этом эмирате был построен и действует на сегодняшний момент русский православный храм, храм святого апостола Филиппа. Вот. Вы всегда можете сюда прийти, здесь проходят и богослужения, здесь отмечаются все праздники, вот. Встречи всевозможные проходят. Среди наших соотечественников это стало место святым. Здесь и пасхальные службы, и Рождество, все, как обычно у нас на родине. На протяжении уже 6 лет, приблизительно, да, я занимаюсь документальной видеосъемкой об этом чуде. С благословения отца Александра мы решили как бы создать такой вот фильм об этом храме. И вот на сегодняшний день материала уже накопилось очень много. Я уже, когда приехал, начал работать над этим фильмом, были только стены. Стены, ничего не было, никакой отделки, ни покраски, ничего. То есть с этого момента я начал как бы и снимать. Ну, некоторые сюжеты я могу вам посоветовать посмотреть на Фейсбуке, набрав Андрей Лясников, или на Ютубе Алмедиа. Богослужения в храме святого апостола Филиппа проходят по пятницам, субботам и воскресеньям. Пятница – это 10 часов утра, суббота – 18 часов вечера, и воскресенье – 10 часов утра. Ну и также по праздникам, естественно, будет даваться объявление, и в интернете вы можете увидеть, на сайт зайти. Я вам тоже дам все координаты. Также вы можете по вашей необходимости, вдруг если потребность возникнет, посетить этот храм в другой любой день. Всегда можете приехать, у входа есть номер телефона, по которому можете позвонить, и охрана вам любезно откроет, вы зайдете и проведете время столько, сколько вам это необходимо. Вот, исходя из своего опыта, я хочу вам сказать о том, что наши соотечественники, которые приезжают сюда на отдых, не знают даже вообще, что в Шардже построен русский православный храм. Вот, и с большим интересом хотят это место посетить, вот, и даже обижаются на то, что туристические компании, с которыми они как бы заключили договор, не сказали им ни слова об этом храме. В этом сегодняшнем видеосюжете я и хотел рассказать вам о храме святого апостола Филиппа, об этом святом месте для наших соотечественников. Пожалуйста, приезжайте, приходите в любое время. Вам всегда двери будут открыты. Всегда вас здесь ждут.